Азербайджан призывает международную общественность не закрывать глаза на то, что Армения отказывается предоставить карты минных полей. Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление в связи с 4 апреля, Международным днем просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием. В заявлении говорится, что действия Армении являются серьезным нарушением международного гуманитарного права.